7 декабря в Казанском федеральном университете состоялся День науки для учащихся 7, 8 и 10 классов лицея имени Николая Ивановича Лобачевского. В нашем лицее мы уделяем большое внимание научно-исследовательской работе школьников, наших лицеистов. В связи с этим в течение учебного года неоднократно, несколько раз в год мы проводим День науки. С самого утра школьники собрались в малом зале концертно-развлекательного комплекса «Уникс», где их уже ждал профессор института физики Александр Фишман с лекцией «Физика. От простых проявлений к неожиданным применениям». А также Георгий Жуков, который в этот день решил поговорить с ребятами о тяготении или о гравитации, с которой, как оказалось, мы встречаемся каждый день. Я хотел показать школьникам, что основа физического исследования – это наблюдение. И вот особенность взгляда ученого состоит в том, что, наблюдая вокруг себя достаточно простые явления, он может найти совершенно неожиданные применения. Также в этот день для учащихся лицея имени Лобачевского состоялся показ документального фильма «Тайный мир веществ», который был продемонстрирован в рамках фестиваля актуального научного кино «Фанк». Фильм рассказывает о самом раннем инструменте, сделанном из камня, до замены органов электронными механическими устройствами. История развития человеческой цивилизации – это история развития материалов. Ведь сегодня мы более чем когда бы то ни было, мы должны использовать их разумно, чтобы решать их с помощью задачи завтрашнего дня. Фильм приглашает в путешествие, где можно встретить деятелей науки, изучающих материалы и раскрывающих скрытые возможности. Задача науки, задача материаловедения – это в первую очередь увеличение качества жизни человека. И понятно, что протезы нового поколения – какая-то краска, которая на машине поцарапанной зарастает сама, или какой-то предмет, который, если мы слегка его помяли, но нагрели, и он изменил свою форму, это будет только в плюс, это будет только улучшать качество нашей жизни. Наука – это самая интересная сфера деятельности человека, которая позволяет нам познать то, что не видно человеческим взглядом. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.